Уважаемые дамы и господа, сегодня я вам расскажу, как стоит просить помощи у покойного. Для того, чтобы попросить помощи у покойного, можно сделать следующее. Найдите брошенную могилу. Вот, в данном случае есть два захоронения. Вот. Здесь даже видно остатки креста. Не знаю, видно вам или нет. Так вот, вы можете убрать эту могилу, привести ее в надлежащий вид. Следом за ней находится еще одна брошенная могила. Их здесь предостаточно. Привести в божеский вид, привести в порядок и за это попросить покойника о помощи.